Технологии, которые на сегодняшний день стали неотъемлемой частью нашей жизни, еще несколько лет назад считались фантастикой. И это не странно, ведь люди всегда стремились к технологическому прогрессу, что нередко находило отображение в художественных фильмах. И что бы там ни было, но многим сценаристам и режиссерам действительно удавалось на чуть-чуть открыть занавес и предсказать будущее в своих кинолентах. Именно поэтому в сегодняшнем выпуске мы расскажем о фильмах, которые предсказали iPhone, iPad, очки виртуальной реальности и космический туризм. Fight Jubilee. Космическая одиссея 2001. Год выхода 1968. Предсказывался 2001 год. На производство фильма Стэнли Кубрик привлек больше 50 научных консультантов со всего мира. При этом его мало заботила правдоподобность финальных сцен с путешествием главного героя сквозь пространство и время. Кубрику была важна правдоподобность человеческих технологий, и 47 лет спустя его кино остается одним из самых точных предсказаний будущего в кинолентах. Это первый фильм, в котором показаны планшеты манер iPad. Кстати, на момент премьеры Стиву Джобсу было всего 13 лет, а вот когда Apple обвинила Samsung в плагиате дизайна, на суде корейская компания приводила картину Кубрика в пример того, что первые воплощения планшетов появились еще в 1968 году. Также в фильме предсказана победа робота над человеком в шахматах. Суперкомпьютер Deep Blue победил лучшего шахматиста в мире Гарри Каспарова в 1997 году. Распознавание речи впервые успешно проведенное в 90-х. Видеочат оставался невозможным до начала нулевых из-за ограничения скорости интернет-соединения. Телевизоры на спинках кресел в самолетах появились в 80-е и космический туризм. «Назад в будущее 2» 1989 год. Предсказывался 2015 год. Может быть, у нас до сих пор нет летающих автомобилей, но многие вещи Роберт Земекис уловил совершенно точно. Например, любовь Голливуда к продолжению. Судьба избавила нас от «Челюсти 19», но в прошлом году мы увидели седьмой «Форсаж». Также можно сказать, что существование фильма навсегда изменило события в нашем настоящем. Без «Назад в будущее 2» многочисленные компании и стартапы не пытались бы разработать парящий скейтборд, хаверборд и Nike Mag – кроссовки с автоматической зашнуровкой. «Враг государства» 1998 год. В этом фильме предсказывалось даже не будущее, а настоящее, о котором тогда еще не догадывались. Триллер Тони Скотта с Уилл Смитом казался научной фантастикой 15 лет назад, но сейчас выглядит как практически документальный фильм. В киноленте предсказаны глобальные слежки ANB, массовый сбор данных без получения официального судебного разрешения, получение государством метаданных по телефонным звонкам и сбор данных по переписке. Кстати, на днях был принят скандальный пакет Яровой, что дает повод еще больше поверить в предсказания фильма. Многие с таким законопроектом не согласны, поэтому стоит узнать ваше мнение. Пишите в комментариях хэштег «За», если считаете, что этот законопроект действительно нужен в современном мире. И пишите хэштег «Против», если уверены, что спецслужбы не имеют права следить за гражданами и считать их врагами государства. «Терминатор» 1984 год. Предсказывался 2029. К счастью, человечество пока не лежит в руинах ядерной войны. Зато Кэмерон еще в 1984 году мельком показал нам беспилотники, а теперь дроны – незаменимый участник любого вооруженного конфликта на нашей планете. Кстати, а вы знали, что спутниковая система британских военных называется Skynet? Совпадение? Не думаю. «Я легенда» 2007 год. Предсказывался 2012. Уилл Смит не только не остался последним человеком на Земле, но и чуть не убил свою карьеру фильмом «После нашей эры». Зато продюсеры фильма Фрэнсиса Лоуренса были единственными, у кого были подозрения, что в будущем нас ждет фильм «Бэтмен против Супермена». Если вы смотрели фильм «Я легенда» и пускали слезки, когда Уилл Смит вынужден был убить своего четвероногого друга, ставьте лайк. Я ведь не один плакал. Правда, да? «Особое мнение» 2002 год. Предсказывался 2054. За три года до начала съемок фильма режиссер Стивен Спилберг собрал команду из 16 лучших американских футурологов в Санта-Монике. Перед консилиумом стояла задача создать максимально реалистичный 54-й год, естественным образом вытекающий из уже существующих технологий. Это позволило фильму успешно предсказать. Машины с автопилотом разрешены уже в 4 американских штатах, джетпаки, интерфейсы, основанные на жестах, Kinect и HoloLens от Microsoft, и распознавание лица и сетчаткой оболочки, взятая на вооружение ФБР и другими правоохранительными агентствами. Если после выпуска вам захотелось стереть память и заново пересмотреть какую-нибудь из перечисленных кинолент, обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить вторую часть о фильмах, предсказывающих будущее, о которых вы, возможно, и не слышали.